баронесса пошла вон. А куда же вы, баронесса? Я совершенно забыла, что я обещала князю Орловскому протанцевать с ним на эту тему. Скажите, маркиз, вам очень нравится баронесса? Нет, мне нравится совершенно другая женщина. А? Я ее знаю. Это вы должны сами решить, знаете вы себя или нет. Так вот оно что. Скажите, маркиз, вы женаты? Женат, но это не имеет значения. Давно? Вы хотите знать, давно ли я женат, или давно ли это не имеет значения? И то, и другое. Женат давно. Уже целых 3 года. А значение это не имеет с той минуты, как я увидел вас. Неужели каждая жена через каких-нибудь 3 года становится неинтересной своему мужу? Кто-то сказал, что жена — это прочитанная книга. А прочитанную книгу можно хранить, беречь, переплетать. Но читать ее уже неинтересно. Боюсь, что многие мужья читают эту книгу так невнимательно, что даже не знают ее содержание. Я свою книгу знаю наизусть. Неужели? Неужели вы за каких-то 3 года так хорошо сумели изучить свою жену? За 3 года можно выучить китайский язык. Не только жену. Вот я беру вашу руку. Надо сказать, что у моей жены довольно красивые руки, но не такая мягкая кожа. И не такие длинные пальцы. Дело в том, что каждое их движение мне знакомо. Я знаю, как она машет при прощании, как она протягивает нитки встречи. Как она может провести ими по моим волосам. Да? А как она может вцепиться ими в ваши волосы? Вы не знаете? Ну, надеюсь, что эта мысль придет ей в голову, лишь когда я окончательно лысею. Я видел ее руки сотни и сотни раз. Я знаю форму каждого ее пальца, каждого ногтя. Я знаю, что между средним указательным пальцем ее рот. Что такое? Боже мой! Что такое? И у вас такая же. Что вы, не может быть? Клянусь вам! Да нет, не может быть! На том же самом месте! Но разве можно сравнить ее родинку с нашей? Так, в чем же разница? У нее это просто маленькая темная пятнышко, вот и все. А у меня? А у вас? Это маленькая темная пятнышко. Может стать залогом огромного счастья, если вы позволите мне его назвать. И источником большого разочарования, если вы мне в этом откажете. Только теперь я поняла, почему я вышла за него замуж. Взглядом покорила сладким ядом Махаима, очарован, околдован и таинственный магнит и единственный манер. Накойте, она дружилась, вы помните, не помните, он влаки, он веселый и хмельной, изменяет мне со мной, изменяет мне со мной. Чего не хватает ваш весь собственный?
порядке, господа. Бьется сердце в пене с герцем, ох, бьется в рот. Помогите сменить сердце звоном стрелки на часа. Весь внимание нем и глух. Я уже вышла. Все-таки подарок Розалинды.